улица Сверсимбаева, вот тут один из верстов. Ну, я пройдусь еще и туда. Ну, там тоже дома. Да, вижу дома. Железнодорожные себе цистерны тут стоят. На рельсах. Это рабочие. А там вот видны дома, да. Ну, вот соседствует старый такой забор, камыш и вот топорный такой металлический. На этом этот видеоролик завершу.